Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире BookNews от молодежки. Сегодня у нас очередные две увлекательные книги. Ну что, поехали. Майе приходится взять на себя семейный бизнес управления рыболовной компанией. Ей удается завоевать авторитет у моряков, но работа оказывается настолько изматывающей, что ни на что другое времени не остается. Личная жизнь и вовсе под запретом. У Майе и так слишком много проблем из-за мужчин. Когда-то она любила молодого моряка Ивана, но за несколько дней до свадьбы во время шторма он погиб. За первым ударом последовал второй. Майе узнала, что Иван ее обманывал. Чтобы вновь раскрыть сердце, Майе надо забыть о том, что нельзя никому верить. Но это не так-то просто, когда грозовой тучей над ней нависает еще одна тайна. Какой выбор сделает Майе, вы сможете узнать, прочитав книгу Франсуаза Бурдена «Обещание океана». «Дети сети» — это репортаж из жизни современных тинейджеров, так называемом поколении Z. Загадочная смерть, анонимные чаты в дебрях Даркнета и вчерашние дети, живущие онлайн и мечтающие о светлом будущем. Кто они, сегодняшние тинейджеры? Те, чье детство и юность пришлись на рассвет Instagram, Facebook и Twitter. Те, для кого онлайн порой намного важнее реальной жизни. Те, кто стал первым поколением, воспитанным интернетом. Обо всем этом вы сможете узнать, прочитав книгу Сержа Брусова «Дети сети». А это был BookNews от молодежки. До встречи в следующих выпусках.